касается интернета, всегда считал, что это территория свободы. Но каким-то образом, конечно, надо ограничивать, я имею в виду там запрещенные каналы, типа там XXX, для детей я имею в виду. Взрослый человек вправе выбирать, что ему смотреть, безусловно. Да, технически, я полагаю, наверняка можно и ограничить, и перекрыть, и создать закрытый, изолированный сектор российского интернета. Но вопрос в том, что это будет, наверное, единственная, первая страна на Земле в таких масштабах, которая абсолютно идет по пути деградации собственного сообщества. И, к сожалению, все эти идеи продвигаются людьми, которые просто боятся интеллектуальной конкуренции. Никакой сегментарности не должно быть. У нас должна быть дружба со всеми просто провайдерами, со всеми сетевыми магнатами всего мира и так далее. Я не считаю, что если политика Россия немножко расходится с политикой другого мощнейшего государства, что мы должны быть объединены возможностями. У нас должны возможности все сохраняться. Я думаю, что это, конечно, приведет. Мы отгородимся китайской стеной просто от всего мира. Я считаю, это против цивилизации. Закрываться у себя в комнате и не смотреть, что в мире происходит, чтобы люди не видели. Наоборот, мы должны гордиться своими делами, если они правильные. Значит, пусть весь мир видит нас и скажет: «Вау, такие хорошие люди, умные». Это шаг не вперед, а 10 шагов назад, если сделать такую вещь. Мы не Китай, мы не коммунисты здесь. И в какой-то момент окажется, что Китай, вот этот оплот антидемократических тенденций, окажется значительно более открытым, чем Россия. Все у нас под контролем, у нас все хорошо.